Как сегодня выглядит победа Серебренникова? Его все равно назвали уголовником, дали вон 3 года условно и обязали выплатить 129 миллионов штрафа на троих. Почему это все равно победа? Ну, потому что он на свободе. Свобода, которая ему и так полагается естественным путем, это сегодня победа. Все-таки сработало, наверное, мнение 5000 деятелей культуры в России и за рубежом. Но одновременно с этим 129 миллионов долга никак не назовешь свободой. Вот наше общество устроено так, что совершенно непонятно, что именно сработало. Не знаю, ну, может, повар приготовил Путину особенно вкусный завтрак. Настроение у него улучшилось, вот он и решил отпустить Серебренникова. И тогда заслуга получается не 5000 деятелей, а повара, который даже и не знает такую фамилию Серебренников. Вот это больно осознавать. Это обесценивает наш вклад и нашу борьбу. Но ведь это так и есть. И кто будет схвачен завтра вместо Серебренникова, остается неясным. Ничего ведь не изменилось. Вот завтрак окажется плохой. И тогда даже и Серебренников может снова пойти в третий раз. Что же делать? Может, снова собраться всем 5000 и написать упреждающую петицию, ну, чтобы никого больше не хватали? Или все-таки лучше сразу искать пути к повару? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.